Ну что, друзья, всем привет. Раз уж столько много вопросов на эту тему, что случилось. Вот, кстати, это Дмитрий, болельщик Спартака. Началось это у меня лично 23 февраля. После того, как я выпил рюмочку. 23-го я выпил уже рюмочку амаретте. Конечно же, я молчу, а как там вы до этого, я же комментарии читаю, пишите, что ну, что вот это вся твоя сухая еда, сухая фигня, все, желудок портит, все это прошлых лет бухло не снимает с себя задач. Но началось это безумие именно 23 февраля. И чисто символически я решил отметить этот праздник. Выпил, наверное, рюмочку, может, пол рюмочки амаретты. Меня начало полоскать. И полоскать просто так, что я блюю час, два, три, уже обед я все блюю. Уже 4 часа уже начало блевотня идти с чем-то таким красным. Я думаю, ну фиг знает, может, томатный сок пил или там амаретто так долго выходит. Думаю, что делать, отойти никак невозможно. Вызываю нарколога. Это по вызову. Сейчас, чтобы вы знали. Я под капельницей, но худшее. Вот, Диман, если ты мне поможешь сейчас чуть-чуть. Да, да. Задери мне кофту. Нет, кофту. Ну или подержи вот так вот. Чуть пониже. Я только что с перевязки. Чуть-чуть вот так опусти, чтобы было видно. Мне уже сняли трубку. Я уже нахожусь здесь в клинике, да. Сейчас. Четвертый день. Я даже хрен узнаю, какой тут день. Четвертый. Вот. Вызываю этого нарколога, думаю, ну блин, может, чем-то рванулись такой запой, надо из него как-то вывестись. Он приезжает, рядом со мной стоит таз, или даже ведро с красной какой-то хренью. Он такой, что это? Я сам пытаюсь себя обмануть. Типа говорю, да это вот что-нибудь, там сок, компот, амаретто, фиетто, чай какой-нибудь, морс. Он такой, блин, прям тут же резко пугается. Блин, неудобно просто, под капельницей. Резко тут же пугается. В палате лежу вдвоем. Диман тоже болельщик Спартака. Его на днях вообще друг порезал. Два ножевых тесаком. Почку пробил. Поэтому не бухайте в любых количествах, это, ну, в общем, ладно, думаю, ну, может быть, повредил там какую-то слизистую, капает, или еще что-то. В общем, этот нарколог пугается, убегает, вам надо скорую. Я говорю, дай мне номер, как ее вызвать? Он весь в растерянности, не знаю, как ты ложись, а то сейчас тромб оторвется, и тебе хана. Я кое-как вызываю скорую, кое-как дожидаюсь где-то час. Еду в скорой, из меня льется изо рта просто куча этой блевотни. Блин, дуться стало, да? Дуться стало. Куча этой блевотни крови. Они меня сюда, здесь. Блин, сейчас это по заводу что-то дуется. Смотри, дуется. В общем, пока остановил, хрен кого дозовешься, встать не могу. Так вот, еду, меня кладут на лампочку. А, ну сначала там сделали несколько процедур. На лампочку. Достают ее оттуда, из меня просто фонтан литров 5. Их всех просто, вот как в фильме ужасов про трудного ребенка, когда они там на каруселях бухали. Так вот, они там в разбежку тудым-сюдым, ладно. Везут меня на каталке. Кладут вот именно на эту кровать. Я лежу здесь. Диман там, он заходит только. С
меня тоже такая лужа. Он говорит, я охерел. Я подумал, что это только в фильмах. Нет, это не тот. Я думаю, может, куда-нибудь эту пониже. Тут что-то плохенько уже рука у меня стала, да? Ну, тебе тут кололи уже? Да тут уж сколько в этой... А сколько тебе уж? Много кололи, что ли? Когда ты тебе вот туда куда-то ставил. Да-да-да. Ой, тут всё есть. В этой, наверное, в реанимации кололи. Там что-то не вообще... В операционной, наверное, кололи. Сразу-то в операционную, наверное, подали-то, с ножевым-то. А, ты не с ножевым. С ножевым вон. Поймали? Преступник-то. Вот, его тот же вечер взяли. Да? Молодой? На 2 года старше. 32. 31. Эд, мне, наверное, ну возьми парочку, все равно, мне сейчас все равно будут снимать с шеи. Что он хотел? Вы знаете их, этих бандитов, да? Пригодятся. Ну что ж, просто так поймал, да? Возьми, хватит. А? Просто так, что ли? Давай. Ну как все у нас? Что вы говорите? Все с попьянки. За что ты меня шел, что ли, с друзьями? Да нет, знакомый мой, вы что делал? Белая горячка? Совсем белый, да? Так вот, заводят меня все-таки в палату, кладут сюда. Из меня льется блевотня. Вот Диман может сказать, какие твои были впечатления, когда ты все увидел? Я думал, вообще кого-то порезали, что ли, что-то такое подобное. Вот и я тоже не мог подумать. Леш, что-то какое-то есть напряжение с тобой. Что такое? Вот, и я не мог об этом как вообще это? Подумать. Как, ну, что из... Ну, как будто ударить так немножко. Наоборот, нет. Что из человека может, короче, столько выйти? Ну, там не собрать 7 литров. Простите за мой вид, я потому что... Лёх, тут, в общем, ну, молодые там врачи, мне сразу это укололи, это. Ну, вот, типа... А по мясу-то нет. Да вот закончились, вот нас приклеили. Сейчас привезу. Повыше. Ну так, ну ладно, уж не судить строго за мой зуб. Зубы сделаю. Вот. Короче, колят меня, чтобы остановить кровь и прекратить рвоту. Не помогает. Я ночь тут как в бреду просто. Это ни с каким похмельем, ни с чем, не подумайте, не сравнится. Но не блевал уже, держал эти спазмы. Потом началась икота на 4 часа, прям на все отделение. Потом, ладно, утром хорошо пришла женщина, девушка, врач. И она прям взялась за меня с первого раза. Она меня на лампочку раз... Ничего не видно, все внутри в крови, невозможно просмотреть, где какая, думали, может язва, может хиразма. Меня везут сюда, она колет мне плазму, это кровь как бы инородная кровь, типа, плазму, еще какие-то уколы, остановить, чтобы кровь. Бесполезно, ну, чтобы бесполезно, опять узнать, опять, то есть, представляете, второй раз в день опять на лампочку. Я охереваю просто. Ладно, все там в крови, ничего не видно. Везут меня на зонд с промыванием. Суют, то есть трубку, ты лежишь. И тебе потихонечку туда вкачивают воду, выкачивают кровь. Ну, то есть промывают. Пока довозят с этого промывания до этой, там опять ничего не видно. А что видно? Непонятно вообще, откуда бьет, то есть ни на язву, ни на что не похоже. Все, собирать там консилиум, тянуть некуда, потому что, ну как я слышу, что говорят, типа, эта ночь может стать последней. А я уже таком, я 2 суток не сплю, уже в таком состоянии, что как, ну, что будет, то будет, значит, уже попрощался с
самыми любимыми, близкими написал всем. Короче, собирают консильно, вызывают старшего заведующего отделением этим из дома. Он приезжает, и первое, что он говорит, главное, юмор не терять. Я, кстати, все это время все равно шутил, как бы мне паршиво не было. Он приезжает и говорит: блин, я очки забыл. Там у женщины одна спрашивает: у вас какой размер? 2. Он такой: она у меня 2,5. Нормально пойдет, я ядрит. Мне уже пофиг. А, я был не ходячий уже, то есть мне не разрешали ходить, там уж мог тромб оторваться, и тогда все. Короче, везут меня на... А куда меня везут? А, ну везут, да, в операционную. Я смотрю, такая она какая-то древняя, старая. Свет включили, говорит, видно, видно. Я думаю, блин, я сам ничего не вижу. Короче, усыпили меня, просыпаюсь я в каком-то бункере. А это оказалось реанимация. То есть с операционной меня уже спящую. Я пристегнут. И оказывается, после операции что-то там буянило и крушил. Я ремня не так пристегнул. Просто что у меня руки отекли и ломят. Я даже не могу прожать там ни бицепс, ни предплечье. Оно просто как ломовое деревянное. Ну, там я еще сколько-то полежал. Вот меня вчера. Это все быстро было, оперативно. И вот спасибо этой девушке, если бы она мной не занялась, вот так она целый день меня, я за день 4 раза лампочку, зонт, все, что можно, все, что нельзя, короче, все делал полностью, то все. И тут зафиксировано много таких летальных исходов с внутренним кровотечением. Притом это не обязательно там, кто выпивает, то, что оказалось, как оказалось, у меня желудок просто лопнул на 2 части. Представляете, с такой силой, так от души я, короче, болевал. И, может быть, уже стенки были от всей вот этой еды, там, фигни, всякого вот этого бухла, который все... Ну, жизнь накапливается. Почему старость? Там и сосуды расшатываются. Это все береги, как говорится, с молоду. И он лопнул просто на 2 части от этого столько крови. От язвы у тебя не будет, но это было это... Прям вот пол залит. Ну вот, короче, сейчас у меня остался вот этот шов, зашили этот желудок. Здесь стоял дренаж, трубка откуда-то стекала. И вот по ночам у меня... Ой, по ночам у меня... По ночам у меня поднимается температура, очень охеренно, я плохо сплю. Потому что еще не вся кровь вышла из... Чего она мне там выходит? Из желудка, скорее всего. Из желудка, из кишки, но я ужасно все эти дни хотел пить. Я умолял, чтобы мне смочили губы, чтобы мне хоть капнули чем-то в рот. Ну, сейчас у меня уже... Сейчас вам покажу, это будет завершение первой серии. Если вам интересно, пишите комментарии, ставьте лайки. А мы, наша стрижка только начата, еще все интересные, как говорится, впереди. Ну, там потом, может, Дмитрий с вами еще поделится. У него просто сегодня такие, ну, болезненные еще пока процедуры. О, да. Фу. Ну, тяжело, скажи. Жесть вообще, да. Это мораль какова? Не пейте, ребят, вообще не пейте. Не пейте, заводите хороших знакомых, надежных друзей. Да нет, Катя, мне не сняли эту трубку, мне просто ее перекрыли, то есть, и все. Сейчас вот опять из бутылки хожу, то есть 3 часа прошло, то есть у меня почка правая такая, ну что-то она болеть начала. То есть как типа тренировка перед снятием вот этой дренажа цепочки. 6 сняли. Ну это вот скажи еще, что вот сейчас пободрее, до этого я сколько, 3 дня я вообще не вставал с кровати, он меня таскал, утку, бабка-курильщица. Уай, слышь, ну что сейчас. Там, да, тут такая жесть. Утку, фигутку, никто не взять, ничего не встать. Да, спасибо мамке, мамка меня очень поддержала. Да и мамки, и папки, и Тани, и Сани, и Руслану, и Катюхе.
Вообще всем, кто не злорадничал, потому что многие были, знаешь, там, да, чё там это, да, там так. Такие. Да, всегда в жизни, в принципе. Да, то есть друг, он познается в беде. А это не просто херня. Я реально был, как говорится, и он реально был на грани. Ну, вот даже врачи сказали, если мне в ту ночь не сделали бы операцию, да, меня бы не было. Не так же, как мы тут оказались. Так же ему, да, вот я считаю, тоже утром. Стало свет, человек. На краю. Вот, ребят, приподнимусь для вас. Ну ничего, будем двигаться дальше в следующих сериях. Посмотрите, что нам уже разрешили по питанию, по херанию, если вам, конечно, интересно. Так что пишите, вечно ваш Евгений Кузин. И я вернусь, хер дождетесь. Забыл сказать, что той ночью я умер, я действительно умер. И я этому рад.